Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. День исполнения желаний. 27 июля – самый мощный день для исполнения желаний. Контакт Юпитера и Нептуна – именно этот аспект связан с исполнением желаний. Юпитер и Нептун – это магическая комбинация, помогающая отправить запрос Вселенной так, чтобы она его приняла и исполнила. Не упускайте эту возможность. Планеты встречаются нечасто. Понятно, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Но как же иногда хочется, чтобы хорошее случилось вдруг неожиданно. Ни за что, а просто так. Для этого и существуют такие дни. Гармоничный аспект Юпитера и Нептуна в натальной карте, как правило, говорит о том, что человеку повезло с семьей, и она дает ему легкий успешный старт в жизни. А вот напряженный аспект говорит о том, что человек с годами обнаружит, что его ценности очень отличаются от ценностей родительской семьи. Что бы ни было в натале, все мы можем использовать гармоничный транзит, чтобы заманить удачу и легкие победы в свои сети. И как это сделать? 27 июля. Вы можете написать свое желание на бумаге. Оно может быть большим и даже нереалистичным, но тут как раз мы и заказываем чудо. На бумаге надо описать себя, обстоятельства, детали своей жизни, так, как будто ваше желание уже сбылось. Погрузитесь в этот процесс, закройте глаза, подумайте о своем желании. После вы берете свой листок, вы его поджигаете, и когда он будет гореть, вы должны сказать такие слова: «Ангел на пути, силу твою неизреченную в помощь мне пошли. Загаданное, нашептанное, задуманное воплоти. Никому в том не помешать, никому не устоять. Ключ в устах, замок в небесах. Истина». Можно сказать всего лишь один раз, пока горит ваш листок. После вы берете пепел от листа и обязательно отдаете воде. Кто живет в квартире, можно в ванной сделать. Кто живет в частном доме, можно в стакан, а потом в землю. Данную практику вы можете делать в течение всего дня 27 июля. И пусть этот день исполнит все ваши желания.